Нихуя себе. Так вот он по горке поднялся, и вот мост Свыхина на Новогиреево. Реклама. Привет, пора задуматься о лете. Заправься шинами Мишлен Пилот Спорт 4. Как это? Купили шлем на акции. Машин 4, наверное, вот в аварии. МКАД. Четыре машины. Всем здравствуйте, прекрасного настроения. Ты открывай вот. Доброе утро. Да, доброе утро. Да, доброе утро. Да, хочу вам сказать одну вещь. Люблю вас. Люблю. Я вот здесь сначала послушалась, влюбилась. Да, чувствую себя. Я думаю, прекрасно. Как раз вчера обращение главного нашего. Я застала. А, да? Я пересматривал потом уже в записи. А что такое? Ой, а я, кстати, у меня, что касается нашего главного, вчера мне пришла гениальнейшая мысль. Мы сегодня в Инстаграме. По поводу чего? По поиграй.
Да. Ага. Просто я слушал, что-то я слушал. Батальон Росгвардии Северного Востока. Слышали что-нибудь по указу мэра Москвы? О самоизоляции там, с 23. Я прописан не в Москве. Не в Москве? Нет. Ну, проживаете в Москве? В Москве. Вот. Так же, как и прописанным, не прописанным жителям рекомендовано в пожилом возрасте самоизолироваться. Я работаю, мне некогда. Я вам выдам памятку о соблюдении мер личной гигиены, безопасности, профилактики и борьбе с коронавирусом. Спасибо. Постараюсь придерживаться. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. Хорошего вечера. Спасибо. Вы знаете что-нибудь об указе мэра Москвы? Много. 23 числа текущего месяца. Все, хорошо. Хотел вам дать памятку. Да мы все читаем. Читали, узнали, поликлиники вам говорили, да? Везде, да. Так что все нормально. Спасибо, до свидания. Большого скопления граждан. А собака? Собака это уже вынужденная мера. Да. Хорошо, передайте своим гостям. Меньше времени проводите на улице и чаще мойте руки. Вы можете пойти в пределы города Москвы и находиться во время карантина на даче. Можете находиться на... Батальон Росгвардии Северо-Восток Москвы. Вы что-нибудь слышали об указе мэра Москвы? Нет, я слышала, но подышать воздухом я имею право, ну, полное. Вопросов мы нет. Мы обязаны вас предупредить для вашего же здоровья, да. Вот, памятка. Да, спасибо. Батальон Росгвардии Северо-Восток Москвы. Вы что-нибудь слышали об указе мэра Москвы от 23 марта текущего года? По поводу профилактики коронавируса и то, что следует воздержаться от походов в общественные места, организации. Людям старше 65. Да, вот, но как бы предупреждаем всех. Хорошо, чтобы, спасибо. Вот, вам памятку. Хорошо, спасибо. Спасибо. Все. Будьте здоровы, не болейте. Самое вам здоровье. Это необходимость. Все, добро. Ни в коем случае, здравствуйте. А мы уже боимся, вдруг не бойтесь. Арестуете. Нет, ни в коем случае. Да. Вы что-нибудь слышали об указе мэра Москвы? Мэр Москвы? Да. Да, для пожилых мы слышали. Но мы пока по той категории не подходим, слава тебе, Господи. Но все равно вам памятки дадим. А, спасибо большое за заботу о нашем здоровье. Спасибо. Обязаны вас уведомить, что для сохранения вашего здоровья вам лучше воздержаться. Это самое, если есть возможность оставаться дома. Пока нет. Либо еще два дня нас заставляют отработать. Либо предупредить своих близких, что узнает вот вам память. Спасибо, я все в курсе. Нас уже часть разогнали, как бы, но у нас группа еще пока работает. А потом будет все выполнять. Спасибо.
что-нибудь слышали про указание мэра Собянина по поводу 20 лет назад? Хотим вам получить уведомление. Это памятка по борьбе с коронавирусной инфекцией. С коронавирусной инфекцией. И рекомендовали бы вам несколько дней, если у вас есть возможность, воздержаться от посещения улиц. Все знаю, но руководства нет, пускать. Пенсионный фонд не работает. Если вы знаете кого-то в возрасте от 65, берегайте. Да, и... Спасибо, все знаю. Все, до свидания. Спасибо. Хорошо. Если у вас есть родственники, там,